Ну это как рюмка, да, называется? Да, рюмка. Вот это все с одного черта. Да, мощненько. Это прям как из фильма. Ну, правда, даже хорошо идет. Друзья, всем привет! Выбрались с Максом в Питер. Сегодня пятница. Приехали с вечерочком. Специально, чтобы с утреца место занять. Прям сейчас машину на уделочке поставим. Пойдем немножко развеемся, погуляем. С утра на барахолку будем и торговать. Взяли с собой товарчик. Вот, поторгуем 2 дня, суббота, воскресенье. Сделаем обзорчик рынка. Друзья, всем желаю приятного просмотра и погнали. Приехали, и тут такой же стоит, только трехдверный, с московскими номерами, почти донор. И, короче, вот тут мы столик поставим, и, короче, здесь будем стоять. Тут Сашка недалеко, палатка, ну, туда идет дальше. Ну, что ты, Макс, поздоровайся со зрителями. Привет! Ажиотаж небольшой. Но если честно, хорошо продажи идут. Даже в этом месте. Тут, смотрите, друзья, в принципе, везде одежда, да. Ну, мы просто встали, чтобы стояночка была рядом с машиной. Ну, продажи хорошо идут. Даже после, сейчас уже 12, после 11 хорошо. Ну, вначале бегают, естественно, перекупщики. Потом... Утро, друзья, движник. Время 6 часов. Народ прет. Прям хендмейд какой-то, прям шикарно. Для декора, друзья, всего 2000 рублей. Шикарно. Клеймо пиросты, конечно. Можно? Вот это вот что такое, никто не может это придумать. Был длиннее, вот такой вот был длинный. Что это? Там полный багажник картона. Разные. Тоже не... Дорогих нету точек. Если надо дорогие, мы принесем. Ну, а то есть, по идее, ее это можно было и кидать, она взрывается, нет? Да? Смотря какой взрыв. Интересная вещь. Я все тоже кусок даю. Все. Кошку хочешь взять, да? Кошка. Ну, друзья, как думаете, что это такое? Кажется, это вот коню в рот вставляет, как наждечка, да? Просто такая очень пердеперстная. Интересные фотографии из СССР. Это прям как из фильма.
Друзья, у нас уже день второй, вчера что-то не снимал, работали, так скажем, если это можно так назвать. Вчера хорошие продажи были, порядка 100 тысяч заработали, распродали весь Мельхиор, вот осталось такие. Мы сегодня до двух и домой. Супер сигар, тайм, супер бюро. Наручник с ключом 2000. Подорожало. Я взял две звезды за 500 рублей. Да, конечно. Может быть, кому-то нужно. Европа вообще кайфовая. Да. Я сейчас подумал, что это месяц какой-то. Они же точно все чисто. Ну, там все разложили. Пожары с нуля, пожары. Сейчас многие ищут. Это 20-й, да? Не знаю, наверное, купленный. Вот я подорвал, видишь, полиэтилен, можно вот таким, можно вот с этими тазлами, с птицами. Ну, это я видел, да. Ну, они редко. Она режет так, если что-нибудь. Очень длинный. Прописано полностью. Сколько так? 6 тысяч. А медаль? 6 тысяч. Сколько знак полирист? 1300. 563. Тут не помните, сколько грамм? Тут. Это 100% 925. Это... Грамм не помните, да, сколько? Около 10. Угу. Это я... Прям такой... Мощный. Да, мощненький. 35. Он был меньше размер. Угу. Я его дал своему знакомому, и он мне сделал на маленький палец. В районе 4 будет, да, такая? Сколько? 35, да. 35 будет. Почти 6. Еще 6 тысяч. Ну, прикольно. Сделано классно. Можно договориться. Угу. Предложите, может, договоримся. Да. Мальчики, мальчики.
Интересный? Ну, смешной, да. Вот честно скажу, я его взял, мне кажется, только начал заниматься, и он попался случайно. Я его не стал даже смотреть, взял. Ну, правильно. Зато интерес вызывает. Да. Там тоже вчера человека смотрел, говорит, блин, ничего не придумает. Он, конечно, ничего не придумает. Все придумает сейчас. Деньги, чтобы зарабатывать, все готово. Тут без пробы, да, он? Нет, должно есть? Быть. Или лазерное должно быть. Не видно, да. Только здесь единственный замок снимает. Здесь? Он просто мне, если возможно, не получится. Надо. Замок почему снимаешь? Да, сломался. 14. Там же, по идее, проба стоит. Это хорошо. 18, 12. Будет больше. 22. Угу. Это тоже серебряное. 18,6. Точно это проверил, что? Ну да. По-моему, какая-то вроде тут есть такое содержание, но оно просто за. Это серебряная сверху. Девятый размер. Ну да, конечно. Ну я говорю, ну, он, да, в... он должен идти в этот коллаж. Я понял, да. Ну это царских, да, времен, я так понимаю. Ванна смеситель, да. Я представил, антураж прям шикарный. Регулировка давления, температуры, термостат. И сколько это, Серег? Ну, да. В Москве бы еще дороже, наверное, продавали. Ну ты же сам там стоишь иногда. Или не берешь такие? Беру. Берешь, да? Все беру, скажи. Как-то в субботу мы когда были последние выходные, это же были. А, ну тебя не было вообще, да? Был ты? Ну, последние выходные, меня не было предыдущий раз, я болел. Но а, может, я как раз подумал. Сашка один был, что-то плохо трогал. А вот в последнюю субботу мы ездили, нормально трогали. Я еще иконку там пацану купил. А что такие? А, чайник 45, он давно пытается. А, ну тот мы снимали. А эти, ну, короче, что-то они тоже дорогие, там дают пересадки. Они как бы ценятся маленькие. А поедем, знаешь, что? Знаете, как металлолом, а не ломаный. Там еще 4 рубля по 24 рублей. Это вот дорогая цыганка маленькая, она 30. Это в районе 7 рублей. Тут тоже дорогой, тоже дорогой. Ну это как рюмка, да, называется? Да, рюмка, цыганочка. Угу. 30, да? Ну да, она не. Ну да, они стоят так. Ну можно чуть-чуть того стоит. А такие под реставрацию. По 3-4, да? 3-4, да. Ну да.
На запчасти вообще шикарные ручки, там эти все есть. Ручки краник уже купил. Да. Тут считай свои печати все. Блядь, в начале, когда, да, можно сказать, даже по весне, такой спрос был на это. Наверное, сажа сметали просто. Там. Ну там видишь, что самоварщики уже раз работают, ну, да, бьются за самовары. Нет, ну это понятно. Я имею в виду, кто-то приехал, он там взял с собой два самовара. Я только подошел к нему, через 5 минут уже нет, понимаешь? А те-то, кто цены лупит, они понятно у них там. Говорит, каски твои все тут? Да, угу. Это чья такая? А, ГДР. Вчера взял человека, который по воде занимается, и нет. Он будет ее переделать, пресс культуры. Я сегодня не могу делать. Переделка. А это почем? Ну, Саня говорит, что типа 30, но я думаю, что 30 не подать мне. Не знаю, может, если только в Москве. Да, да. Торгуется, меняется. Ну так, что, коллекцию поставил, ну, сдалека и не видно, что реставрация. Одна стоит сейчас такая. Для меня вот это хобби, как бы на выходных, знаешь, угу. Я как бы не нравится. Ну понятно. Это сколько с обезьяны стоит? Не помнишь? 10? 12. Угу. Бинокль такой военный, как сын. Да. 45. 45-й год, шикарный. Да, чехол. И чего, сколько? 27. Ну да, достойно, достойно. Это что, новоделка, да? Новоделка. Да. И сколько она будет? Даже не знаешь? Висит, короче. Все всегда новодел. И все, да? Да понятно, кто тут сейчас настоящий найди. Ну это ты видел, это 25 рублей 98. Кухонник. Ну да, мы снимали. Топорик вот этот за 35 Саня хочет. Там клеймо, наверное, тоже есть, да? Да, да, вот угу. На нем Варшава. Еще нож вот с Москвы все спали принесли. Ну эти две сабли, ты видишь? Да, друзья, то, что понравилось вам, это все можно заказать. Как бы контакты есть человека у меня. Отправим, если что, почте, да, Серег? Можно же будет. Аппараты, да. Ну что-то почте отправится, а что-то... Ну что-то да, ну, да нет, это тоже отправляется. Да? Я же уже, знаешь, сколько подправлял. Ну давай, раскладывайся, я еще подойду. Вот так вот еще зашел. Ух ты, класс вообще. 65. Вообще шикарно. Друзья, тоже интерес, если у кого-то будет, обращайтесь, да. Красивые вещи. Такая пушка рунья. Да, у меня был как-то на пушках, знаешь, что? Стамецкий. Нет, я имею в виду самовар, как он назывался? Чаша, понял? Есть рюмки, есть чаша. Тоже там за полтинничку шел. Ну это вообще шикарно. Да, потаряешь. Да. Тарелочки мы как-то, да, снимали. Такая вот есть интересная вещь, это колоть сахарные куски, когда не песок был, а гуляет. Если сюда кладешь, чтобы не скатывалось, шестереночку, и сюда корыться всыпается. Да, вещи шикарные. Ну и правильно, как бы надо торговать хорошими вещами.
хлама этого, да, скажи, тут так хватает. Все правильно. А это такая люстра сколько? Ну, за 35. 35, да? Ну, это Европа, да, наверное? Европа, да. Ага. Здесь это что-то европейское. Там клеймо стоит. Ну, да, симпатичное. Симпатичное. Вон, пойду до Санька дойду. У тебя какой контейнер, если что? Какой? 17, да, если что, приходите, 17 контейнер. И скидочку сделаю, да, Серак? Вещи, вещи. Саша, это что у нас такое? Это у нас разводка такая немецкая, 19 век. Дальше вот, как бы сказать, где-то так попроще. У тебя, как всегда, эксклюзивчики. Да, сколько ну, такая? Красивая такая, ну 7 тысяч. 7. Да не, а что, вот, нормально? Московская вот такая. А, все. Вот, угу. Вот это вот, за 2000 рублей, похоже. И вот тоже немцы попроще такая. Угу. Ну, модель такая, ну, просто для... Ну, это вообще шикардос. Да. Красиво такая, вся в стрелах, в клеймах. Им делать нечего, вот они сидят и... И делают красоту, да? А у нас все проще. Ну, такой стружок тоже интересный. Фирма Preston, Америка. Ну, да, да. 1866 год. 19. Да. Сколько такая? 15. И сколько он стоит? 3000. Ну, вам дешевле. Да нет. У меня есть. У меня и побольше. Ну, а, такие да. Вещи, конечно, очень приятно. Если у тебя еще гараж хороший, ну я имею в виду там что, дача. Сколько такая будет? Такая 8. Просто шикарно. Американский, да? Mm-hmm. А, подожди. Шведиш. Не, Америка. А, вот, USA, да. Даже в музеях не найдешь, что у тебя есть, да? Может, банк что-то тоже. 19 век. Тоже 1866 год, американец. Такой. Да, да, да. Здесь такой. Красиво, конечно. Такой индейец с трубкой такой. Кремо такое, шикарное. Это для кривых, это самое, поверхность. Расстояние кривых поверхностей. А ножи японских нет у вас? Не осталось. А, есть, есть, есть. Этот самый столовый. Для меня. Для... Столового нет, но вот есть. Нет. Вот чисто японец. Ну, куда пускай. Такой маленький, это прям вообще. Ну, японец просил. Да. О, фрагментик. От набережной. А что с ним сделать? Надо купить или что? Ну, как хочешь. Сколько не жалко, Саня. А что-нибудь придумаем к вечеру, хорошо? Да. Несчастье, не сразу. Положь. Не арестуют? Положь. А то, да, пришел, да. Но это друг. Сколько, Саня? Конрадов, такой вот. Просто шик. Ручка родная. Да, я видно. Интересно, там деревяшка родная. Эксклюзивчики. Я у Сереги поснимал сейчас чуть-чуть, но он еще там до конца. Георгиями квадратными, они такие вообще не попадают. Сколько? Какой 25. 25, да. Ну, это обычно гречущие. Да. Мне так по голосу знают. Друзья, то, что здесь вам понравится, тоже можно заказать. Контакты есть, отправим почтой. Все. Американские ножи вот такие. Обсуждаются. Вот, допустим, хорошее лезвие такое. Нет, не Дронко, не Вада. Не Вада, да. Вот. Рейнджер, ну слушай, ну это вообще класс. Сколько такой, слушай? Ну слушай, он $100, грубо говоря, он десятки ближе. Ну, 10 тысяч. Да, он стоит того, просто шик. Ну, можно сказать, налево. Единственное, потерялась надпись. Вот ну, да. Все люди сохранились, они целые.
Это, наверное, не интересно будет царские эти да, все интересно. Ну, у нас же канал такой просветительский. Со слонами. Вот, американский нож, гирочистка такой. 6 тысяч такой. А? 6 тысяч. Да. Это еще на кость, да, Сань? Кость, да. Это вообще. Москва там. И сколько в среднем? А не почем? Это пятерка. Пятерка. Да. Такие тоже собирают, знаю людей, которые. А это как бы пирочист, он висел в Машее, там получается пирочист. Тоже старенький. Ой, вообще прям. Вообще супер. Не зря к тебе зашел. Вчера что-то как-то время не было. Вчера слушай, торговля слушай. Хорошо шла, да. Слушай, это нормально. Да, да, да. А сегодня, я думаю, день выделю как раз, чтобы... Вот тоже красивый нож, это самое. Для съемочек. Ну, американец такой, тоже нулевый. А, вы застрелы пошли, да? Вот. Заправочный застрел. Ну, такие, как бы сказать, стрелы, а ты наматываешь факты, как бы сказать, такое, оно тут горело. Это двухлопастные, есть там четырехлопастные. Это скифа, да? Скифа, да. Это фибула? Это фибула маленькая. Нужно наконечник. А чем они про... Наверное, но я так не считаю. Наконечники почем? Рублей по 800. По 800. Угу. Они раньше по 10 смотрят, на месте где-нибудь какой-то. А у вас есть длинные наконечники? Которые... Не такие металлические, что ли? Да, металлические. Металлические, не скифы, скифы просили. Ну, найдем такие. А они почем? Ну, тоже здесь так, 1000 будет. Что это такое? По 15-му веку есть замки, Саш, такие вот эти? Молодого момента нет. Вот 1864 год его уже. Ну это да, это такое. Да, интересный заводик. А что-то тоже какой-то классный. Интересно, не видно. Вот, по-моему, там такой царственный, 19-й. Ну, клеймо не обнаружено. Там, вот эти вещи можно сфотографировать, вот такие. Там такие датированы. 1838 год. Это, такой, как бы. Это тоже резьбу, что ли? Да, мультитул. Шикарно. Сухарь, это самое, я такие сообразил. Вот как бы датировка тут. Вот. Да, да, да. И вот это самое, немецкая такая. Москва, да? Москва. Не. Почему написано Москва? Москва написано. Да. На французском, наверное. Ну, это, наверное, делали просто. Там же раньше работали. Ну, Чем Пушкин же жив тогда был. 37-го не стало. Ну, такое вот раздвоенное там. Что-то такое, сколько собрало. Есть предметы, которых вообще я не понимаю для чего. Ну, вот эти вот. Я понял. Такие. Это, очевидно, кожу пробивать. Вот это, а, капаушки, да, ни хрена себе. Вот это ж... На все случаи жизни, короче, что. Ну да, и да. Вот тут, наверное, эти щипчики, да, вот здесь. Да, вот не доставал. Должны быть и щипчики, и... Ну, вообще зубочистку делали, как я знаю. Швейцарцы, наверное, делали, да. Слушай, ну круто. Цена, Саш? 25. 25. Ну, достойно. Слушай, ну они там 250. Да. Там клеймо было бы 250 тысяч, такая. И вещь просто. Идеально. И пила есть, и напильник, короче, ножницы, и даже, друзья, капаушка, да, вот, смотрите, капаушечка есть, в ушах ковыряться, штопор, вот это тоже не знаешь, да, для чего, Саша? Пробивать кожу, я думаю. А, ну да, может быть, да. Отверстие делать хотят, я думаю, для этого, на самом деле. Вещь просто шикарная. Да.
И цена вот такого ножа 25 тысяч. Да? 25? Угу. Пока. Да. Для подписчиков пока 25. Потом может быть уже дороже. Я не просто не мало чего знаю. Да. Такие интересные. Но клейма нет, поэтому да. Как-то тяжело. Послевоенный. Да. Ну там уже все без девизов, они так, да? Нет, без девизов. Но лезвие тоже. Ну да. Форма лезвия. Бывают скауты там, лезвие. Бывает, другое. Да, другое, мне вообще не нравится. А это американцам а вот понравилось. Как они тот, он вообще шикарен. Разрешили просто выпускать, только слили. Ну понятно, стало. Уже свастику убрали. Вот. Все, это да. 1-1. Это не подделка, это послевоенный. Да. Это скаутский, да? Скаут, да. Угу. Вот так, да. Форма осталась, даже кросс-грейдинг, как будто бы, но это не то немного, никак на натуральный. А, и клеймо есть, да? Клеймо есть. Золинген, да? Да. Круто, круто, круто. А Александр, звездочек? Не-не-не, этих ножей-то, ножей. У тебя же были там? Один остался. А. Это один слабенький такой, можно не настоящий, но я, наверное, думаю, сам нужно фотографировать как-то. Ой. Климом, наверное, правильный будет, да? Ты тут Климом? Да, это 43-й год. Угу. Нож разведчика, и сколько? 22 тысячи. По-моему. Ну, он настоящий. Да. Нет, это прессовка там, на клеймо есть такая самая, да, авиапром, да, я что-то... Ну, прессовка, магистрали какие-то. Вот они раньше все делали из латуни, все так, ну, нет, красиво. Еще красивее. Да, да. Но она удобная такая достаточно. Цена? Десятка. Десятка. Вещи достойные. И цены достойные. Ну, и полтора рубля. Там есть какой-то клеймо? Клеймо есть какое-то? Клеймо? Клеймо, да. Не, я имею в виду, на лезвие ничего там нет? Производителя, я имею в виду. Еще ты уже не доставал? Ну, это ранний совет, да? Да, насколько забыл. Да ладно, хер. Угу. Не мучайся. Слушай, ну, у тебя, да, тоже хоть подснял интересностей. А это монетница у тебя? Да, любые монетницы, пожалуйста, вот такие у меня. Сейчас 3 миллиона монетниц есть. Артельная, германская, вот такие вот. Серебряной нету, да? Это не серебряная? Нет, да. Они все могли быть серебряные. Да. Сколько такая? Ну, да купил 4 тысячи. Угу. Артельная, может быть, даже реже будет, чем царская. Почти не было. Ну, царская. Да. Там белого не было. Ну, хочу серебряную, была бы, я бы тебя сегодня точно купил. Даже в Москве не найдешь. Но они как бы, если появляются, сразу покупают. Ну, не бывает тоже. Да. Если они сейчас берут их быстро. Просто разбирают как. Как пирожки. Ну, это же монетница германская. ДРГМ, да. Рычажи какой-то. Ну-ка, покажи. Разработка. А, вот. Прикольно. Это, короче, полный, когда он это, да? И вот так вытаскивается, ничего себе. Единственное, кожа маленькая подошла, она уже старая, ей больше старая. Сколько стоит? Ну, кажется, 6 тысяч. Необычно. Вообще не видел, так, очень интересно. Может, открывайся вот так? Да. Вот она, такая. Ну, да. Ну, это прям тоже какой-то музейный экспонат. Саш,
Ну, вообще супер. Попробуй. Ладно, попробуем. А это заглушка, а чего там? Патент. Москва там. Да. Вот, ну, вот. В царское время тоже хорошо делали. Не год. Поспоришь. 36-й год. Лучше, да. Вот. Датировка где-то вот здесь, по-моему, 36. Климатор, да? Да, да, климатор. Под пломбу, да? Такой с этим самым. Да. Слушай, у меня так долго лежал, был тоже хороший. Ага. Знал бы, я тебе его отдал, потому что ну, да. Тебе больше подходит. Да? Да, там прям даже было с этим. Я для Антона с пломбой, да. На самом деле. Наверное, интересно. Ну, красиво. Вот, вот такие ключи, ключи какие-нибудь такие. Ну, это вообще это шикарно, просто да. Ключ. Да. Без клем, правда, но это красиво. Вот клемма бочка называется. Фирма Маузер. Маузер, да, да. А вот наш Сталин. У меня был танковый Маузер, вообще классный. Да, это я уж снял его. Пять, да, где-то шесть. Да. Угу. Ну, сами Сталёва тоже, 19 век. Причем деревяшка родная, ручка все оставлена. Даже ручка клеймит. А нет, вот такие клеймы. Да. 19 век. Или вот французская такая, Пежо, фирма Пежо. Ручка новая, ну, уже как бы стать не стала, но тем не менее. Сколько такого? Шикарно сами. 4000. Да уж, да уж. Хотите, друзья, эксклюзивные вещи? Вот приходите сюда к Александру. У тебя как-то тут номер-то есть? 18-й номер, да. Заходите здесь. Рубанка такой, мышонок называется. 101 номер. Муж. Потому что маленький, да? Нет, здесь такие же с хвостом, как бы сказать. Это а, все, все. Белка. Редкая модель. Какие-нибудь скрипочки такие выводить. Англичане чисто. Вот. Они редко бывают такие. Если само лезвие не родное, оно маленькое. Ну понял. А так он шикарен. Ну, редкий очень. Мне еще этот понравился. Ой, классная вещь. Просто. Да. Там какие-то сразу масоны. Это в голове масоны. А вот чем тебе не это сам какой тоже. А, ну мы сегодня видел, да. Да, то же самое. Он еще у тебя в этой в коробочке, да? А, вещь. Он по металлу интересен. А это чей? Это испанец у нас. Испанец? Первая мировая. Испанец. Лезвие такое необычное считается, оно стоит. Открой. Как бы побитое, на самом деле. По масле. О чем? 35. Ну такой, что ты тоже первый раз на встрече. Даже у тебя. Ты Москву не брал уже, что ли? Да, брал. А, брал? Что-то... Такое, да. Интересно. У меня друг прям нашел, короче, шашку тоже в ножнах, все. Ну, естественно, кожа сгнила. И рядом этот, ну, череп от лошади, прикинь. Ну, классно. Бебут могу, наверное, не интересно. Да? Бебут вообще интересно, почему? Бебут интересно. Тем более, 14-й год. Да, 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 да. 14-й год, все вроде не самое. У меня было два, как раз 17-го года. Это сколько? Прямые. Угу. Цена сколько? 90. 90. В целом. А я за 45 продавал, и то что-то так тяжело было продать. Я продавал дешевле, просто они целые. Да, да. Если когда что-нибудь не хватает, то гораздо дешевле. Долго продавал, почему? Думаю, почему так. Но зато потом они быстро уже. Ну, это сам, когда их заказывают, хорошо продавать, когда их заказывают. Там моментально. Человек имеет в виду там несколько, два, как минимум.
взял такую табличку, подобную у меня есть там с ЖД. Цена хорошая, поэтому возьмем. Ничего запрещенного, да? Ничего. Да. Класс. Состояние бомбы. Друзья, только для вас, смотрите, эксклюзив какой. Это болгарский бранник, да, правильно называется? Смотрите. Это как юген, да, только вот болгарский. Детям давали от, ну, грубо говоря, от 8 лет. Долг и честь. Очень вообще редкий экземпляр. И цена соответствующая. Ну, у кого будет интерес, друзья, пишите. Все, все тут по родне. А тут должен быть, да, что-то такое. Состояние просто идеальное. Дешевая популярность в средствах массовой информации. Будет быть блогеры. Так ты дорогую популярность? Никакую не надо. Они просто стачивали, гарду убирали. И это позволяло здесь носить рукаве в сапоге. Они часто проходили в то время вот в делах. Я фото смотрю. Очень удачная модель появилась. А, вот, я ж тебе говорил, Дима, вот видишь. Да? Редчайший предмет. Да. Это ортоскоп Винковского. Это 199-й кронштадтский пехотопорт. Это 200-й. Ну да, вот такого плана. Это гвардейский экипаж. А есть просто закрутки царские? Это тоже оригинальный же, да? Он с ней и найден. Это интересно. Даже не поджирали, а прям. Это интересно. Вы где-то по воде ходите, что ли, да? Это у нас это. Блин, как его зовут-то этих? Свита. Слушай, это самое. Сохран супер. Номер телефона все. У меня почему-то. Сейчас не убирай, ладно, я просто снимаю. 585. Фото сделаешь. Не убирай, пока 5, 8, я сейчас. 8592. Вот это крутая штука. Сейчас я сниму. Клиент есть на такие вещи? Вот это все с одного чердака. Оно не видало ни воды, ничего. Это... Без закрутки был, да? 7 штук, все без закруток. Такое чувство, что их срывали и в кучу бросили. То есть закрутки остались внутри шинели. Потрясающе. Было построение, и сейчас я покажу. Просто шикарно. Чтобы как это выглядело. Нет, это 20. Да, вот это 24. 24-35. Носили гладкий. До последнего носили, да, то есть, ну, человек все, не снимал. Сколько будет четвертое? Четвертые 32 дрожали. Колодочка в то время обрезали, мешала, видимо, этому этой проволочке. Там даже следы от ножниц. Видно. Это на как, на что? Новиков. А они все наградные. Что угодно могло быть. Даже за выслугу могли 300 лет дома, ну, Романова, да, даже, да, находили. Медаль сколько? 9. Они до 15 у них цена. Ну, пап, тебе возьму такой кирпич с масонским орлом. Себе это на камин себе поставишь. Императорский портфель. Да, это шикарно.
тебе подарок кирпич везу. За Питер. Сальцо взяли, как полагается.